Мэра города выбрали в ходе тайного голосования депутаты Воронежской городской думы еще 28 августа. 4 сентября на 41-м заседании городской думы новый городоначальник принял присягу. Я, Петрин Сергей Андреевич, вступая в должность главы городского округа город Воронеж, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и законы Воронежской области, устав городского округа город Воронеж, уважать и охранять интересы граждан, верно служить народу. Сергей Андреевич не новый человек в администрации города. В сентябре 2017 года он был назначен руководителем управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Воронежа. С января 2018 года стал первым заместителем главы администрации по городскому хозяйству мэрии Воронежа. После ухода Вадима Кстинина с должности мэра стал исполнять обязанности главы городской администрации. Первым со вступлением в должность главу городского округа поздравил губернатор области. Мы все знаем хорошо Сергея Андреевича, человек опытный, человек, знающий досконально городское хозяйство. Наверное, сейчас, в этот непростой период, это важный такой, важное качество, с тем, чтобы просто мы не потеряли нити управления в текущей деятельности. Все предпосылки для того, чтобы жизнь города была спокойной и размеренной, они у нас есть. Сергею Андреевичу не требуется время для адаптации, для того, чтобы выстроить какие-то управленческие взаимосвязи внутри администрации. Все это уже на самом деле существует. Губернатор выразил уверенность, что вместе областные и городские власти сумеют эффективно выстроить работу и достичь максимальных результатов. Правительство области будет оказывать всяческую поддержку городской администрации. И, конечно, сейчас все-таки не забывать о стратегии развития города, о перспективах его развития. Здесь мы готовы будем помогать. Я коротко об этом сказал. У нас такая совместная рабочая группа и администрации города, и правительства области, где мы на самом деле сейчас соберем лучшие практики, которые есть, посмотрим применимость их на территории города Воронежа. Ну и, безусловно, будем что-то свое добавлять в эти процессы. Ресурсы у нас, по большому счету, неплохие есть. Бюджет города уже под 50 миллиардов рублей. Свою работу Сергей Петрин начнет с формирования бюджета города. Также одна из главных задач – улучшение жизни жителей города, строительство важных социальных объектов и подготовка улично-дорожной сети к предстоящей зиме. Не обойдутся в администрации города и без кадровых изменений. Планируется назначить новых вице-мэров. Работа в этом направлении начата, я думаю, то есть в течение сентября месяца уже первые изменения будут. Появятся два первых зама. Это самое важное, я считаю, да, то есть это позволит, о чем Алексей Ильич, опять же скажу, говорил, да, то есть мне немножко уйти от решения рутинных там и текущих задач, и, скажем так, немножко там больше уделить времени каким-то стратегическим планам, стратегическим задачам. Поэтому вот сейчас приоритет, скажем так, утверждение двух первых заместителей. Вот дальше у нас руководитель управрайона, руководитель управления, то есть изменений будет очень много. Все увидите в ближайшее время, как и обещал. Сергей Петрин назначен на 5 лет. Как изменится жизнь города за эти годы, покажет время. Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал, Воронеж.